В Екатеринбурге на площадке Центра международной торговли на Куйбышева 44 состоялось вручение престижной всероссийской премии в области онкологии «Будем жить», учредила которую Российская ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй». Вообще изначально эта награда всероссийского размаха вручалась лучшим онкологам страны в городе-герое Москва. Но не все врачи из регионов по причине ковида смогли долететь до столицы. А тот у нас в Екатеринбурге на прошлой неделе случился трехдневный межрегиональный форум «Урал-Онко-2022». И 9 нашим онкологам в 5 номинациях всероссийскую премию «Будем жить» вручили, как говорится, с доставкой на дом. Собственно, наградить лучших свердловских онкологов выпала честь председателю Свердловского отделения Ассоциации онкопациентов «Здравствуй» Надежде Собиной и председателю и организатору медицинской фракции в Екатеринбургской гордуме Алексею Вихареву. Фракция, напомню, была создана год назад, и на сегодня в ней уже 13 депутатов, которые помогают нашему здравоохранению в период пандемии, а которые больше не кричат в СМИ, но которую вроде бы как еще не отменили. Мы помогаем покупкой необходимого оборудования, приобретением различных необходимых бытовых вещей, мебели и решением в том числе и сложных юридических вопросов. Наша основная задача, так же как и задача медиков, это защищать здоровье граждан и помогать в сложных жизненных ситуациях. Здорово, что у нас в Свердловской области самые лучшие врачи, и сегодняшняя премия – это дополнительное тому подтверждение.